Всем привет, с вами канал Артмания и моя семья. Вот услышала, что-то шелестит, шш, такое. Захожу в комнату смотреть, и что вижу? Дима каким-то образом вот вытащил вот эту вот штуку, которая находилась там вот под кроватью. Да, как ты ее вытащил? Как? Это вот насколько сильный ребенок. Да, кстати, Диме сегодня 1 год и 4 месяца. И в свой день рождения он показал всем, что он сильный. Да, и тут постоянно вытаскивает. Ну, постоянно. Уж как я эту кровать, эту простынку, вернее, не заправляю, все равно вытаскивает. Да, и что, ты меня спрашиваешь, что это такое? Сына, ну как, что это такое? Что это? Она находилась вся под кроватью, чтобы мы ее не потеряли, когда будем продавать твою кроватку. Да? У тебя же кроватка-маятник была. Ну, теперь давай назад двигайся. Покажи всем, какой ты сильный. Давай. Вот. Ой, молодец, какой сильный. Да ты ножки тренируешь. Это не просто кровать-маятник, да? Это не простая кроватка-маятник. Да. Это тренажер, да, у тебя такой? Вытащил же ее как-то, каким-то образом. А? А там игрушки раскидал, все раскидано. Чего? Что? Ты меня спрашиваешь? А зачем ты? Зачем ты это все повытаскивал? Бедная, как ее там, пленочка эта, она вся мятая, мнется, потом дырки появляются. А ведь была пленка дорогая, хорошая такая, на вид качественная. А вся он уже, это дырочки в некоторых местах, мнется, ломается. Давай, топчи ее. Да? Чего, ты теперь попку качаешь? Давай, попка. Ой, таракашечка. Ну, иди сюда, иди ко мне. Иди. Да, ты какой малыш. Какие ручки маленькие у малыша. Дима, где часы? Часы где? Часы. Тик-так. Тик-так. Да? А какой Дима большой? Ой, большой. Тик-так. Да? А как Дима поет? Как поет Дима? Дима. Как ты поешь? Еще только начали изучать. Не знаю. Мяч. Мяч, да. Вот мяч большой. Поменьше. Где-то еще маленький у нас был. А, вон он. Мячик вот этот маленький. Да? Что ты там держишься за пузико? А где у Димы носик? Вот он носик. А ушко? Ушко у Димы где? Ухо? Где ухо у Димы? А? У меня. А у тебя где ухо? Где ухо у тебя, Дима? Не зря говорят, бывает, что нет настроения у ребенка. И заниматься не очень хочется. А ножка? Ножки. Мы с тобой сегодня ножки, ручки изучали, да? Дима. Дима. Вставай. Где ухо у Димы? Вот оно ушко. Вот оно ушко. Да? Ушко у Димы. А Дима хороший мальчик? Хороший мальчик. Хороший. Завитушечки. А это стул. Стул. Табуретка. Стул. Да? Где стул, Дима? А? Тебе надо еще запомнить, скажи. Я такой маленький, уже кучу слов знаю. Дима, а как корова разговаривает? Му. А лягушка? Ква. А гуся?
гуся. Га-га-га. Вот надо каждый день все повторять. Потому что гусей мы с раннего детства выучили. Когда он начал только разговаривать. А потом долго занимались, и он забыл. Га-га-га, гуси. Дима. Га-га-га. Да? Ой, нам как мы встаем на голову. Гимнастика у Димы. Ой, какая гимнастика. Попой кверху. Ой, ой, ой. Держится, держится. Ну, давай еще. На голову вставай. Вставай на голову. Не хочешь? Не хочешь вставать на голову? Все, встала сразу. Волосики у Димы выросли. Да, привет. 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 Ну, маши ручкой мне. Пока. 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 Ну, чего ты стесняешься? Тоже перестань заниматься. Надо закреплять все с ребенком. Да? Да? Как гуси разговаривают? Га-га-га. Га-га-га. А как собачка? Дима. А собачка? Гав. Гав. Где собака, Дима? Где собачка у тебя? Где она? Где она? Покажи. А, ну вот, видите, он так вытаскивает. Только она была у меня задвинута. Не знаю, каким образом. Дима, с собачкой как разговаривать? Гав, а где собачка? Где собачка у тебя, Дим? Покажи пальчиком. Где собачка? Собачка, где у тебя? Где? Чего ты мне на руке? Это сорока Белобока. Кашу варила, деток кормила, этому дала, ну дай, этому дала, этому, а этому не дала. Он воду не носил, там что-то печку не топил. Тра-та-та-та-та-та-та-та. Я уже не помню. Да? А как Дима в ладоши хлопает? Дима в ладоши хлопает? Как хлопает Дима в ладоши? Вот как мы хлопаем. Ой, как мы хлопаем. Ой, какой умничка. Умница, умница ты моя. Умница. А собака у нас вон она, далматинец у нас, да? У Димы далматинец собачка? Они породы, скажи, разные, да? Да? Ну вот, как обещала, показываю. Как я тут все сложила. Самые прям первые необходимости. Тут и смесь, и печеньки, и кофе, какао. Здесь вот ножи. Потому что я ими пользовалась очень редко. Убрала их туда. И стаканчик, и вот все. И бумагу. Туалетную бумагу у меня муж стол вытирает. Его мама так приучила. Поэтому он тоже тут. Тут что-то. Что-то. Тряпочки, все такое. Вот очень удобно. Здесь открыл, взял, потому что пока что нету гарнитура кухонного. И здесь вот. Ну, здесь тоже все запихано. И цикорий, и чайничек маленький. Это дорожный чайничек у нас. Тоже тут всякие уже мешки какие-то появились. Мука. А, да, муки здесь вон лежат. Еще белая. А, вон там белая мука. Сода. Здесь что? А, здесь пусто кусочек. Ложечки мои маленькие. Я их копила, когда смесь начал пить Дима. Хотела, думала, накоплю все ложечки, а потом посчитаю, сколько у нас было пачек смеси, и посчитаю, сколько мы денег потратили на смесь. Ну, в итоге, потом я плюнула, надоела, и все. Они вот так лежат у нас. Вот так я все разложила. Здесь я постелила салфеточки, потому что подоконники постоянно вот что-то лежит. Он пачкается быстро, потом его сложно отмыть, очень сложно. И тут я хотела с утра кашу поесть. Думала, это моя такая зернистенькая каша. А наложила, оказалось, это льняная мука.
Вот, я ее так оставила. Придется сегодня буду делать запеканку с такой мукой. Вот, ну, выкидывать жалко. Вот, и тут Димины коробочки у меня тут подписаны. Вот, каша и смесь, там 7 ложек. Вот, блендер, на котором я все кручу, кстати. Яблочки, там все-все. Фильтр у нас с водичкой. И окошко. Как ты ходишь с бутылкой? Ой, какая бутылка. Водичку туда налить надо, да? Задом, 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 задом. Да? Сидим. Дима, сидим вот. К сыну комнату пришла. К нам в дверь кто-то ломится. Очень страшно, на самом деле. А, как бы там идет коридор на две квартиры и железная дверь. Вот в эту железную дверь очень сильно кто-то ломится. Вот. Хозяйка здесь, она практически не живет. Она уехала, по-моему, на данный момент. Не знаю даже. И там ломится как будто железя какой-то деревяшкой по двери. То есть просто, допустим, вот так вот. Не вот так, то есть, а со всей силы, третий раз уже очень страшно, уже я в своей комнате дверь закрыла, чтобы коридор не слышно было. Уже подумала, может быть, мы затапливаем кого. Посмотрела, сходила от страха прям. Нет, все в порядке, ну не знаю, кто там. Женьки нету, нам страшно, сына вот разбудили. Не ходи туда, не ходи. Сейчас тебя напугают, заикой станешь. Мы вот тихонько сидим тут, в самой дальней комнате. Вообще, если честно, не люблю, когда приходят чужие, ломятся, стучат. Еще раньше, я помню, с мамой, когда жили, появились первый раз вот эти вот замки, двери, вот когда вот дергаешь что-то, эту ручку. И все старались ее подергать, эту ручку. Где-то не посмотришь в зеркало. И все дергали, открытые двери, почтальоны, газовики, все, кто не приходил. Случайные люди, всем надо было подергать за дверь, это очень бесило, очень страшно. Даже сейчас до сих пор за эту ручку дергают, приходят ночью, дергают. Мама говорит, я с утра просыпаюсь, слава богу, дверь закрыта. Там кто-то приходил ночью, кто-то дергал. Очень страшно. Здесь, слава богу, у нас еще одна железная дверь, всего лишь на две квартиры. Но все равно кто-то ломится, очень страшно. Меня прям вообще трясет аж. Это вот я прям боюсь. У нас, слава богу, нету звонка, иначе бы сейчас просто, наверное, названивали. Специально не захотела звонок, потому что будет названивать. Только вот домофон, прежде чем как пришли, позвонили. Вот, у нас трубка, мы ее, она не отключается, у нас звонок. Мы ее просто свесили, и все. Я повесила, я думала, муж пришел домой. Думаю, что ключи забыл, как всегда. Ну нет, потом начали ломиться через какое-то время. Не знаю, страшно. Да, Дима? Хорошо, есть дальняя комната. Да. Как ты молоточком работаешь? Давай, молоточка. Как им надо? Забивать гвоздики будешь. Да? Что ты нашел? Липутьку. Липутечку ты нашел. На, молоточек. Бери. Да, да, Дима бегает. Все игрушки разбросал тут в одном углу. И играет в этом углу. Бутылки прямо все любят. Мишка. Ой, какой Мишка. Миша, Миша. Миша. Да, Дима? Клади его. Корзина, кстати, тут большая. Не корзина, а коробка большая, пластмассовая, хорошая очень. На нее я делала, кстати, обзор. В Озоне мы купили. Эту ссылку оставлю, если не забуду. Да, книжка. Все. Что тут делает Дима? Дима тут играет, да? Дима играет тут-то? А? Дима гуляет тут. Да что ты?
Ты хочешь с мамой лежать, да? Ну, я же не помещусь в манежде. Да, на улице тут хорошо как. У тебя тут дома. На балконе тепло у Димы. На моем балконе холодрыга прям. Вернее, у Димы лоджия. А у мамы балкон. Да. Дима гуляет. Да, гуляет. Дима свежим воздухом дышит. Дима сейчас заснет и будет спать. Да? Дима оделся тепло, чтобы не замерзнуть. Да. Не хочешь, да? Страшно тебе тут. Первый раз лег. Страшно немножко. Да? Зайке страшно? Хотела окно полностью открыть, но сняли сетку. Я просто боюсь, что Дима встанет и свалится туда. А сетка хоть это не даст. Посмотрим, может быть, ее оденем попозже. Потому что сама я не очень умею. Придет ко мне кто-нибудь, оденет ее. Да? Дима отдыхает тут. Тепло, скажи, хорошо. В пледике. Там я постелила, кстати, подушки. Сейчас покажу. Вот они, подушки. Чтобы ему снизу было тепло. Да, и подушки тут пригодились. Да? Неудобно только, наверное, да? Игрушек не хватает. Сейчас я принесу игрушки. Ну, то есть собака. Там еще Мишка где-то прячется. Покажи Мишу. Где Миша? Ну-ка, играй с собакой. Как собака разговаривает? Гав-гав, правильно. Гав-гав. Гав-гав. Какая собака большая. Какая собака. Должны были пойти сейчас с мужем гулять все вместе. Ну, у него что-то настроение плохое сегодня. Видно, не с той ноги встал. Поэтому я решила не идти, смысла нет. Подумала, пускай ребенок погуляет на балконе сегодня. А то мало ли рассоримся на улице. Кто знает, до чего дойдет это все. Вон Мишку видно, Мишечку видно, да? Миша, где у тебя? Ой, собака пришла. Собака. Ой, Миша, батюшки, скажи, тут и Миша лежит. Ой, чмоки-чмоки. Чмоки-чмоки. Как ты Мишу любишь. Ой, как ты его любишь. Ой, как ты любишь Мишу. Да? Да, комбинезон хороший, Дима. Маленький был в нем еще с рождения самого. И сейчас Диме уже годика 4, и он в нем ходит. Надеюсь, что может и следующую зиму в этом комбинезончике. Ну, посмотрим. Гав, гав, собачка. Гав. И Мишка тут. И Мишка. Перчатки. Варежки не стала ему одевать. Очень тепло здесь. Боюсь запариться. Давай, спать будешь сейчас. Спать. Ты сейчас разберешь погремушку, да? Меня. Муха. Ой, там глаз. Вау. Тыкни пальцем в глаз прям.
Ладно, хватит мне снимать. Ну. Глаз. Глаз, смотри, как у него. Нос, глаз. Что, камеру увидел? Ну, нельзя, нельзя. Нельзя там. Нельзя. Нельзя.